Приветствую на своем канале. Решил поделиться своими ощущениями от козьбы. То есть здесь где-то 3 метра, наверное, и по всему участку двухметровую полосу прошел. Здесь метра 3. Здесь тоже вот так вот прокошено. Вот эта вот поляна. Ну, там сколько она? Ну, 10 на 15 метров примерно. У шлагбаума все покосил и похерачил сюда вот. То есть по сравнению с 33-кубовой бензокосой это просто, блядь, пиздец нахуй. Мне даже 33 куба уже в руки брать не хочется. Но вот отсюда хорошо видно, что штанга опять стала кривая, блядь. То есть закусил у меня катушку, поскольку катушку я уже сменил. То есть косил я карвером, точнее резером Easy Head. Потом пошла вибрация, блядь, какая-то, нахуй, решил я сменить катушку. Нихуя толку, блядь. То есть греется она вот в этом месте, где-то около ручки. То есть штанга, блядь, она вся кривая, нахуй, я ее в свое время правил. Ненадолго ее хватило. То есть видим по центру такая вот как буква Z, нахуй. Такое ощущение, что эту штангу, блядь, где-то в дверном проеме, блядь, зажало, нахуй. Ну и пиздец и настал. То есть замена катушки ничего не дало, вибрация осталась. Ну та катушка Razer говнище, блядь, не покупайте, нахуй, хуйня полная, блядь. Агрегат, конечно, блядь, пиздец, зверь, блядь. То есть штангу менять это 800 рублей, но она, по-моему, без торсиона идет, насколько я понял. Так, что я хотел еще показать? Табак тут цветет вовсю, блядь, пиздец. То есть все тут под ноль захерачил. Все скосил, у дома еще покосил. Здесь что-то пропустил. Уголок маленький. То есть терновники уже, блядь, 60 сантиметров херачут. У соседей тут, блядь, просто по плечу, нахуй. Но это здесь. Здесь вообще, блядь, с меня ростом. То есть все вот это вот выкосил. Вот здесь где-то 4 метра полоса. Навскидку. Ну, 3,5. Блять, тут уже выше меня, нахуй. Пиздец. То есть ребятам похую, блять. Все здесь скосил. Вот здесь вот скосил. До шлагбаума. Вот здесь вот. Да, он где-то 10 на 15 метров. Хотел сегодня шлагбаум покрасить, но, блядь, дождь кончился недавно. То есть на все вот это вот ушел у меня час. Ну и бак топлива. То есть на 33 куба расход примерно такой же. Ну там бак 700 грамм всего лишь. Здесь, ну, тоже, наверное, бака 2-2,5 уйдет. То есть расход не такой большой, как на 33 кубовый. Но на 33 куба приходится каждый вот этот участок, если трава выше полметра, 3-4 раза херачить на одном месте, чтобы скосить. То есть она задыхается. Ну, 43 куба, блядь, вообще, нахуй, зверь-машина, блядь. Передай привет подписчикам. Привет. Так вот. Не здравствуйте, не до свидания. То есть, вообще, мне как бы такая бредовая мысль посетила. Продать все косилки к херам, включая свой 33-кубовый карвер. Ну и купить две новых вот таких 43 куба.
Так что пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, здесь надо менять, на мой взгляд, штангу. Ну, или опять разбирать вот эту вот хуету, блядь, и по новой выпрямлять. Ну, или же выколачивать пластиковые направляшки и извлекать оттуда стальные втулки, блядь. То есть, когда бензокоса просто с пластиками втулками, какой-то кривой торсион, блядь, он там разъебает себе свободное место, и как бы все четко, блядь. Здесь же нахуй какая-то хуйня, блядь. Хотя катушка крутится без заеданий. Так что не знаю, в чем дело, блядь. То есть буквально я у дома покосил, вот здесь вот все схерачил. И уже ближе к шлагбауму. То есть я там скосил, и где-то вот в этом районе началась вибрация, блядь. Такая, что жопе, блядь, щекотно нахуй. Но движок как бы не заклинил, хотя херачил газ в палас, обороты примерно 8800. Ну, вместе с катушкой. Это как бы в кадр не попало. Кстати, мне тут за два дня баклажаны поперли вверх сантиметров на 10. То есть они как бы такие приземистые, бля. Сейчас листья как-то начали выпрямляться, бля. Не знаю, с чем это связано. О, кабачки тут. Кони нахуй. То есть, блядь, куда их девать, не знаю, нахуй. Ну, пока что еще мало, блядь. Кстати, сегодня погода такая, блядь. Можно сказать, осенняя. Ну, а на этом я свое видео заканчиваю. Всем пока. Так что, если кто-то из зрителей моего канала или подписчиков захочет себе купить бензокосу, 52 куба брать не надо. У них коленвала 43-й, то есть развалится она быстрее, чем 43-я. Ну, а если сравнивать с 33-кубовой, то 43 куба мощней. То есть намного быстрее все это происходит. То есть херачишь, блядь, без остановки, нахуй. Если я на 33 куба два прохода сделал, потом мне приходится еще два прохода делал, здесь просто нахуй хуяришь, блядь, и идешь вперед, нахуй, к светлому будущему. Еще раз прощаюсь. Всем пока.